Мелодия из фильма о мире сказочном сказании. Я бы сказала, что это не просто мелодия. Это целое звучащее пространство. И по мере встречи с этой музыкой создается впечатление, что она постепенно приближается к тебе. Расширяется диапазон звуков, появляются все более высокие, что в этой музыке звучит целый сияющий мир. Он говорит с тобой на языке этой музыки и наполняет светом и теплом твое сердце, светом и теплом будущей жизни. В самом фильме дельфиненок знакомит нас с 5 творческими комплексами. Но чем больше я сама слушаю эту музыку, тем четче оформляется мысль, что это музыкальное сказание обо всем сказочном мире, обо всех его творческих комплексах. И рождается такое желание, чтобы как можно больше людей услышали эту музыку и могли слушать ее как можно чаще.